Тогда был Рагнар рыжий героем, он слыл, как-то раз он в Айтран ненадолго прибыл. Он куражился, пыжился, бряцал мечом, похваляясь, что враг ему всяк нипочем. Но вдруг Рагнар рыжий, как лютик, паник, он услышал Матильды насмешливый крик. Что блажишь ты, что врешь, что ты мед здесь наш пьешь, с нас довольно, готовься, сейчас ты умрешь. Лязг стали, а сталь беспрестанно звенел, и Матильды воинственный дух пламенял. И унял с тех пор Рагнар хвастливую речь, как слетела башка его рыжая с плеч. Браво нашему дорогому другу. Итак, друзья, всем привет, с вами я, Паша, канал SerpentCraft, и это Skyrim. Skyrim Special Edition. Насчет Skyrim, вот знаете, это моя любимейшая игра, я ее обожал с детства, и играл в нее всегда просто с детства. Секундочку, я посижу немножко на картонах, надо кое-что проверить. И Skyrim вообще, вот, я просто обожал, это была одна из моих любимейших игр. Знакомьтесь, Зеркисош, да. И играл в нее всегда и просто обожал. Это была просто моя мечта, чтобы мне купили Skyrim, Клыкова и Зина. Да. Мои доченьки, Люсия и Фрея. Софи, извиняюсь. Да. И Skyrim запомнился у меня навсегда в памяти. Это одна из лучших игр. Простите меня, пожалуйста, что я начал проходить игру без вас. Ну, по сюжетной линии основной я почти не продвинулся. Я только убил дракона в Айтране, и все. А путь голоса я даже не начал. Съездил на Soulstein, как видите. Дополнения у меня стоят, как видите, на поместье. Дополнение вампиров, кстати, которое, вот, как вы видите, я немножко прошел. Это вот... это не то. Вот раскопки, кстати, покажу Азидалова. Азидала. Вон, вот как видели, наверху манекен стоял, вот он. На зарки Соши не обращайте внимания, я там собираю полный сет Азидала. Все артефакты Азидала, которые можно добыть, я собираю у зарки Соши. Вот там он, на этом манекене. Вот, в погоне за прошлым, как вы видите, я смотрю внутренний двор замка Волокихар. И думаю, сегодня с вами мы этим и займемся, кстати, будем проходить это. Также начинал Свартал. Но это только чтобы открыть Толвдера, он мне нужен был, как, ну, чтобы начать коллегию и получить нужные мне некоторые вещи. Это вот мой, так сказать, уголок алхимика юного. Хотя больше это не алхимия, это больше... Кстати, надо будет закончить наконец-таки это полностью комнату и закрыть ее. Что мне тут, гвозди, петли... Фурнитуры, стекла. Можно будет закончить как-нибудь. Ой. В общем-то, Skyrim это просто моя очень любимая игра. Проходил я ее всегда, везде. Тихо. Я вам потом скажу мой класс, за который вообще и решил играть. Ну, раз вы заметили магию, то я не скажу, но это не маг, как вы понимаете, по броне легкой. Броню бы я не стал носить. Тут вот у меня посохи висят, наковальня стоит. Вот здесь моя оружейная. Тут еще один у меня масочка стоит. Это Атар. Кожаная броня, но я тут ее повесил просто для... кстати, почему витрина не закрыта? Я повесил ее ради красоты, просто чтобы стояла. Здесь у меня сияние рассвета. А здесь клинок Бладскал. Его можно получить, проходя квест в шахтах. В... Вот почему этот манекен постоянно слетает? Здесь у меня висит вообще броня
должна стоять стража рассвета. Сейчас я... Почему тут сталь вообще висит? Я не понимаю, что она здесь делает. Вроде я снимал. Но ему я давал фул стража рассвета. Это моя первая броня, которую я начал носить. Я вот так вот сразу сходил к ним, да, и броню их взял, потому что она довольно-таки мощная с самого начала. Вот у меня тут кирка почему-то висит, я не знаю, зачем ее повесил. Клинок Бладскал. Вот там вот, вот. Здесь у меня Даунгард. Вот, я вспомнил, как это дополнение называется, Даунгард. Вот, Стражи Рассвета топоры. И еще один. Это мой основной топор, я им пользовался. Как видите, качественный у меня из-за вот этой стройки всей очень сильно развился навык кузнечного дела, поэтому у меня все качественное по прокачкам, если... Вот, Атара я вот так вот сделал, небольшой такой костюмчик обычного человека. Просто был. И абонитовые доспехи здесь стоят. Ну, просто я их нахожу, когда сюда их вешу. И пластичные вон там. Так, а сейчас я хожу вот в такой вот легенькой броне. И что же все-таки за класс, вы хотите меня спросить? А я, друзья, боевой маг. Да, я боевой маг. Качаюсь я через школы магии восстановления изменения. Изменения я там покачал специальными способами, секретными. Нет, не читами, не багами, но вот так вот. В изменении я не стал вот это вот качать, хотя это очень-очень мощная вещь, но я вошел в сопротивление магии, как видите, 30%. И постоянство. Потом я у Хермеуса Моры сброшу все это, чтобы... То, что я собираюсь на свою броню вот эту накладывать чары по максимальному удивлению магии. На заднем фоне там у меня братик спит. Ой, не спит, а в телефон играет. Тём, сделай потише. Пожалуйста. Так, вот здесь вот я собираю полный сет Азидала, как я вам уже сказал. Вот, Азидала сапоги хождения по воде и Азидала кольцо некромантии. Ну, я пока только до сюда просто дошел, только 3000 ему заплатил, мне еще 2000, 5000 ему платить. Ой, 4000 и 5000. Также вот в зачарование вошел, вот, вот так вот. Кузнечное дело не хотел, хотя он у меня так прокачан немножко. Одноручное оружие, конечно же, вот. Через топоры играю, просто мне как-то привлекают топоры, не знаю, мне понравился топор на боевого мага. Это я не стал качать, просто не хочу полностью тратить очки на все это. Это немножко бесполезно для меня. И легкая броня немного прокачана. Погонка вот по фигуре, чтобы посильнее быть. И вторую кожу, кстати, надо будет качать, но пока я занимался в основном другим немного. И, кстати, пока я тут... Вот. Гвозди, стекло, очищенный лунный камень, золотой слиток. Блин, золотой слиток у меня был, я его продал. Так, котелок. Ладно. Итак, какую бы нам миссию выполнить? Не стал идти по пути голоса. Не знаю, вот просто не люблю я этот... Не люблю идти по стандартному квесту с самого начала игры. Я люблю проходить все постепенно, более так, знаете, более... Побочные задания проходить, они как-то более интересны мне, чем основная линия сюжетная Скайрима. Я не знаю почему так, но мне так гораздо интереснее. Небольшая долгая загрузочка. Если будут небольшие пролаги, то не обращайте внимания, это я, значит, быстрое сохранение провожу. Тут у меня повозка. Что? Бандиты. Тут они регулярно нападают. О, господи, что за лаги? Что за... Это, наверное... Так, ну, Сирана мне очень сильно помогает. Так, что у вас тут лежит? Золотишко. О, можно взять. Что в тебе лежит? Это просто бандиты, поэтому, по идее, в них не должно быть договора на меня. Кто у меня стреляет? А, ты? Сдох. Так, надо настройки что-то поменять. Что это у меня? Это, наверное... Ой, тихо-тихо-тихо, не надо. Настройки. А, здесь же нельзя, точно, блин, тут же этот. Нужно через другое. Аметист, золото. Также я играю через арбалет. Такой вот я охотник. И раса. Думаю, кто зрячий заметил, когда я переходил в этот. А я вот у нас, друзья,
Бретонец. Гэндальф, кстати, меня зовут только на английском, то что я английский включал. И значит, вот у меня вся карта открыта, и я прописал команду вот здесь. Ну, вот это вот нечестно. Я люблю путешествовать в Скайриме, но вот именно в этом прохождении мне бы захотелось попробовать вот так вот все раскрыть. Но при вас я буду обязательно бегать, а вот за кадром я буду уже работать через телепортации. Корень Нирна. Отлично. Грязевой краб. Отлично, ты мне понадобишься. Сдох. Да, Сиран, ты сюда. Еще. Где? Коровка моя что-то здесь ходит. Кстати, раз мы с вами будем... Вот этот нам возчик по-любому поможет, если мы сами с вами путешествуем. И еще... Нам не... Где мой... Этот, кстати, что у меня тут? В сундучке тут у меня разные ненужные и ненужные вещи валяются, которые... Мне заниматься лень. Плавильно тут у меня. В общем-то, занимаюсь разной фигней. Ой, 264, на, точно, я же собирался там сходить все продать. Мне нужен мой управитель. Где мой управитель? Где... Блин, постоянно забываю имя, хотя мне он очень нравится. Это наш Хускарл, если мы проходим основную миссию Морфола. Когда мы становимся станом Морфола, нам его дают. Начал я с такой, с моей любимой песни, честно, из Скайрима, Рагнар Рыжий. Я ее просто обожаю слушать. Почему у меня эта музыка? Она меня бесит. Вот она у меня уже сколько висит. Пропади, пожалуйста. Так, эбонитовые доспехи. Спой Рагнара Рыжего. Вот он. Все отлично. Денег у меня достаточно. Почем? Только звездный, как лютик, поник. Он слышал Матильды насмешливый крик. Владелец Гэндальф. Поехали. Кстати, покажу вам свой персонаж. Вы единственные будете знать, как я выгляжу без маски. Вот. Вот такой вот у меня старичок. А чё он за мной бегает? А, это гонец! А неужто это раскопки? Если это раскопки, то я с удовольствием съезжу. Не, пора. В курган. Я собирался вообще заняться немножко другим, но раз ралли зовет, то на Солстейн. Тогда пойдемте на Солстейн. Солстейн я еще тоже не начинал, потому что, ну, я не прошел путь голоса, поэтому мирок мне недоступен. Но добыл первое слово силы этого. Как он называется? Воплощение дракона. Прошел квест раскопок. Точнее, не раскопок, а шахта, где нам надо, типа, восточную. Ну, короче, ну, вы, наверное, знаете. Ой. Предметы, одежда. Надо мышленчик одеть. А то вдруг узнают мою личность настоящую. Вот, играю, вот у меня такой вот сет, эбонитовая кожа. Также, кстати, у меня есть школа, сейчас, иллюзия, изменения. Да, конечно, шкуру у меня есть, но я ее не пользуюсь пока. Угу. Я это, кстати, надо будет, я не начал квест по рождению пепла. Надо будет начать помочь. Корень 3. Можно собрать пепельный батат. Батат. Взрощенные на пепле, это хорошо. Надо помочь. Так, вот так вот. Так, минус один.
Кстати, еще я использую крики некоторые, сейчас вам покажу. Я думаю, просто вам будет не очень интересно смотреть, как я медленно раскачиваюсь с самого начала. Поэтому вот, уже начал так. Сейчас вам крики покажу. Максимальная элементальная ярость. Две души дракона, кстати, я тут недавно у меня, кстати, встретились. Это очень полезная элементальная ярость. Я знаю, где все находятся ее эти части, поэтому я их добыл. Изменение времени. Ну, этот стандарт. Гармония кин. Я ее даже качать никогда не буду. Вот воплощение дракона, безжалостная сила и высасывание жизненной энергии. Меня времени, кстати, я, наверное, не знаю даже. Нет, пока оставлю, потому что я когда Мирока буду проходить, это будет немножечко неприятно, капитан Валет. Что это были за твари? Удовольствием тебе помогу. Можешь терять редоранских стражников. Хорошо, с чего мне начать? Вот. Не может быть, почему? Что мне предлагаешь, что ты мне предлагаешь делать? Значит, что-то поддерживает в нем жизнь. Пожалуйста, сходи в форт Морозного Мотылька и выясни, что там это. Вернусь в Воронью Скалу. Давайте этой миссией, кстати, и займемся тогда. Раз я уже на Солстейне. Почему бы не Тардаранский стражник? Вот это я возьму. Так, и сейчас мне не туда. Мне надо вообще немножко другого, вот сюда. Это я пока выключу. Вот у меня тут до хрена миссий. Раскопки. Поехали. Та-та-та, да, батат, бататы. Ой, паучок. Привет. Пепельный прыгун. И он умирает. Сирана, ты что делаешь? Хитиновая пластина, кстати. Из чего я и одет, в общем-то, в хитин полностью. Мне было быстрее купить, поэтому я быстрее все закуплю. Его завалило? Просто нет. Фух. Я в первый раз прохожу, честно, эту миссию. Ничего себе ты. Дневник Ралиса, том 21, ничего себе. Хорошо. Что в сундуке лежит, кстати, золото. Стекло пригодится. Так. Поехали, что как обычно. Пойдем. Тут где, кстати, крик должен быть. Я постоянно слышал эти звуки. Ухай-хай-хай. Но не мог понять, где они. А они под землей, как я понимаю. Потому что я никогда квест раскопки вообще не проходил. Ой. Ты уже здесь. Сдох. Ну, у меня и бонитовый боевой топор, что вы хотите. Кстати, в этом, в этих же раскопках я его и нашел. Ух, как красиво. Просто красота. Вот костная мука мне пригодится. Я там кое-что для своей фермы собираю. Кирочка, сундучок я обыскивал. Помню, так там.
там военачальник, у меня есть вот такое заклинание, очень удобное. Вот это я возьму. А это уж кричать. Смотри, я тоже кричать умею. И мой крик будет посильнее твоего. Ой. А ты будешь посильнее меня. Хотя нет. В смысле? Отхиль меня. Ага, сейчас обезоруживание он тут. Умный нашелся. Смотрите, как Сирана помогает, а? Золото. Сохранится. Так, кто следующий? О, они тут мост проложили. Ух ты. Вот это слово, как я понимаю, да? Вон оно закопанное. Еще один, да? Можно вот так сделать. Опа. И ваншот. Золото, костная мука. Так. Тут была зидала кольцо некромантии. Так, золото. Вы не удивляйтесь, почему я все это собираю. Блин, опять забыл. Призрак. Услышал Матильды насмешливый крик. Опа. А стоп, не-не-не. Я обладаю двойным кастом. Сейчас подождем немножко. В смысле? А, ну ладно, сейчас мана подкопится. Маны не хватает, наверное. Замочу тебя кулаком. Шутка. Давай, кто, у кого топор сильнее? Золото. Крепкое зеличение. Отлично. Так, еще одна мертвая шахтера. Там еще куча сидит. Ой. Тут что это ты тут упасть решила? Ой, эксперт. Опа, вот нашел. Блин. Так, так. Открыл. Все. О! Неужто? Аллилуйя. Паук альбинос. Убил. Тут куча паук. Кордуновая руда сегодня. А, изумруды. Брюшко паука. Можно будет, кстати, на интереснейший квест. Блин. С этой штукой выполнить наинтереснейшее просто. Просто наинтереснейший квест. В котором мы сможем создавать очень прикольное оружие. Сейчас я выкину какую-нибудь хрень. Так, тут у меня до хрена камней душ, я их собирал просто. Так. Ртутная руда, конечно, дорогая, но я ее очень много добуду в замке Волки Хар. Очень много. Так, тут у меня черная книга, кстати, да. Одну я добыл, когда этого... Ну, с молниями, которые маску добывал, когда шахту проходил, вот. Вернее, я взял благословение ученого. Чтобы лучше было. Сундук. Черт. Успел. Золото. Угу. Так. Ну конечно. Нет, не сработает. Пацан, дай пройду. О, спасибо. Да блин, постоянно забываю об этой штуке. Школа восстановления, кстати, мне и запас сил восстанавливает, что очень удобно, что у меня всего лишь 100 запаса сил. Как обычно, да? Опа, еще один беспокойный. Так, ну это просто. Пустых камней души, не помню, есть у меня, нет, надо сейчас попробовать заполнить их, если что. У меня новый уровень? О, у меня новый уровень. Давайте здоровье. Так, и зачарование. А, чар умений. Это мне очень... Как я ненавижу эти перегрузы. Меты, ингредиенты. Как бы это все у меня изучено, это все я знаю. А да все мне не... Костную муку, вот зачем я костную муку трогаю? Вот костную муку трогать не... Ай. Ой, как у меня запас сил улетает. Пулей. Так, сейчас магия. К
колдовство, захват душ. Полетели, полетели, полетели. Чё тут? Меня туда зовут, смотри. Тут остался кто-то? Угу, у меня есть, да, камни душ. Так я и думал, в общем-то. Как и нам туда, да? А, кстати, поместить его в быстрый доступ пока. Я знаю то, что на колдовстве можно быстро получить... не пишите мне там в комментах, если что. Я знаю то, что на колдовстве можно быстро получить фулл сет зачарованной брони. Но я не хочу, мне она не, нахрен не сдалась. Сейчас, пацаны, секундочку. Ладно. Так, друзья, извиняюсь, ко мне зашли тут. Как видите, я тут повоевал уже. Просто ко мне подошли. Замечательнейшая стеклянная булава. Точно, стальная броня, это никому не нужна. Которую я не... Стражник. Так, теперь... Ну... О, сундук. Хитиновый наруч. Так, сундук. Почему они сундуки, мне интересно, не открывают просто. Золото, огненный шторм. Так, и теперь нужно быстро, как пуля. Вот. Самая мощная магия в Скайриме. Самая мощная магия в Скайриме сейчас передо мной. Ух ты, ну ладно, тут лежит. Ай, дайте мне эту самую мощную магию в Скайриме, пожалуйста. Позидалово кольцо волшебства. Не понял, где мои... А вот они. Где она? У меня мало удара стоит сейчас на 15%. И омоложение. Перчатки. Клёпы. Вот. Позволяет читать заклинание поджиг и заморозка. Самое мощное заклинание в Скайриме. Эх. Жалко, только ими пользоваться не буду. Они мне пока нафиг не сдались. Ты. А. Ну.
слово силы. Я с мамой. Угу. Господи. Так, мой брат тут прибежал. Так, думаю, пройдем сейчас этот курганчик и будем с вами заканчивать. Сдадим миссию и пойдем. Федерал был метровый. Я рад, что могу на тебя положиться. Я думаю, мы практически добрались до самой глубокой части кургана, но чтобы нанять новых работников, мне придется очень постараться. Мы заработали себе ту еще репутацию, но если золота будет достаточно, кое-что я смогу сделать. Можно купить. Землю купил. А плохую репутацию можно перевесить лишь звонкой монетой. Деньги у тебя? Да. Хорошо. На сей раз найму охранников поопытнее. И все получится. Надеюсь. Дружище. Надеюсь. Как я это наверю? Ну что ж, будем мы с вами на этом моменте заканчивать. Вот на таком вот чуднейшем моменте. Угу. Вот так вот как-нибудь красивый кадр надо взять. Во, вот так. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи в начинаниях. И чтобы ваши раскопки не заканчивались так же, как эти. Всем пока!